Всем привет! Выпустил показать теленка, потому что спрашивают, будем мы его оставлять себе или нет. В общем, еще это ничего не известно, потому что если кто-то приедет и заберет за те деньги, которые хотим, то пусть забирают. А если нет, то он останется у нас и будем его держать до весны. Ну, то есть, может, до лета, пока ему не стукнет один годик. В общем, сейчас я его выпустил погулять для того, чтобы поснимать. На самом деле он стоит в сарае на привязи, потому что он очень много ходит по двору и ходит туда, куда не надо. Потому что он маленький, ему все интересно. Он заходит в сарай туда, где кролики, утки, лезет носом прям к уткам. Это на самом деле не очень хорошо, поэтому вот такой малыш стоит на привязи. Но сейчас, как вы поняли с названия, я хочу вам показать утят. Но перед тем, как их покажу, немножко хочу рассказать, ответить на некоторые вопросы. Вот сейчас лето, у многих сидит птица. Моя вообще с ума посходила, вся поусаживалась на разные места. То есть и гуси сели, и утки, и куры все сидят. И кряколка выводила утят. Сейчас вам покажу, еще одна села кряколка. И вот спрашивают, то есть курица стала с утра и гуляла там полдня, 3-4 часа, 5. По такой жаре, как сейчас, можете не переживать за это, потому что очень жарко, яйцо не остывает, и утка или курица может гулять сколько угодно. Если у вас жарко, как у нас, то есть плюс 35 в тени. Поэтому не переживайте за яйцо, все с ним будет в порядке. Ну а сейчас пойдем, и я вам покажу уточку, кряколку, которая у меня села вторая. Такого давно не было у меня, ну то есть кряколок я держу уже лет 8, может 10, у меня никогда они не садились. Один раз когда-то очень давно села одна крякающая уточка, но она ничего не высидела. В этом году у меня их 3, вот одна пепельная, одна рыженькая и одна черная. Черная сейчас ходит с утятами, а я вот смотрю, что селезень, вот за коричневым эндоутаком, ходит вдвоем только с пепельной. То есть думаю, где же моя коричневая утка? То есть вот такая, как маленькая, которую вывела вот та карликовая кучерявая курочка. Вот такая. То есть ее нету. Вот эти две молоденьких, мальчик и девочка, ходят, а вот такой старой рыжей утки нету. Ну, думаю, надо поискать по двору. Я уже давно в тот край не ходил. И на мое удивление, рыженькая уточка села на яйца. Сейчас вот гнездо, здесь сидит эндоутка. У нее очень много яиц, я их не просвечивал вообще ни разу. То есть уже она сидит давно, нужно просветить, потому что яиц очень много. И если есть какие-то без зародыша, то их нужно убрать, потому что здесь 5, 10, 15, 22 яйца. Они все горячие, она их все хорошо накрывает, но мне кажется, ей сложно, потому что она лезет на эту сторону, яйца вот эти оголяются с-под нее. Лезет на эту, яйца оголяются с этой стороны. В общем, она ушла гулять уже часа 2 или 3 назад, яйцо ни грамма не остыло, потому что ну, температура воздуха примерно такая же, как и температура яйца, то есть жара невыносимая. Вот металл горячий. Ну а я вам хочу показать вот уточку. Вот сидит рыженькая моя крякающая уточка на яйцах. У нее тоже очень много там яиц, под ней около 20 штук. Жара невыносимая, вон она хекает, но думаю, пусть сидит. Яйца нанесла очень крупных по сравнению с теми, на которых сидела вот эта черненькая, то у этой яйца просто огромные. Вот даже тут такого нету. Можно попросить уточку уйти. А, и, кстати, вот здесь в углу тоже вот снеслась эндоутка. Здесь сидела черненькая крякающая уточка. Здесь вот начала нестись это. Сейчас вот так оттулим дверку, чтобы ее не пугать. В общем, вот она сидит. Тоже яиц много, вон и с одной стороны выглядывает, из-под нее, и с другой. Пуха нарвала, сидит на мешках. Здесь такой уголок хлама. В общем, ну пусть сидит. Закроем, не буду лезть под нее, но яйцо у нее очень крупное. Посидит еще дня 3-4, и я его просвечу, яйцо, чтобы посмотреть, есть ли там зародыши или нет. Возможно, туда неслась не это только уточка, ну и вот та вторая пепельная.
Яшку кормил. В общем, жара, плохо ест, но кабачки поел хорошо. Вот стоит рябина с ним. Ну, то есть они едят здесь, в сарае им никто сена не ложит. Вот они тоже без привязи. Хотят, подходят, хотят, не подходят. Ну и про индоуток. В общем, вон теленочек лег. Сейчас сходим к теленку, а потом покажу индоуток. Ну, индоутят, потому что давно не показывал малышей. Мне писали, что у него белые реснички. Я, знаете, как он только родился, я сразу этого не заметил. А потом, когда сказали, да, обратил внимание, что реснички и правда у него белые. Да. А, и, кстати, хотел сказать, что мы его назвали Буян. Там три подписчика писали, предлагали это имя. У меня был очень давно козел, которого звали Буян. Я держал раньше коз. И Буян — это кличка для жеребцов, то есть для лошадей. Поэтому этот маленький теленочек вырастет большой, как большой жеребец. Да? Скажи, я буду огромный. Молочка он уже хочет. Уже обед. И сейчас теща будет коровку доить и даст ему молочка. Все, вот такой Буянчик. Да, ну если кто-то купит его, то возможно они поменяют ему имя, то есть кличку. Да, малыш такой. Ну а сейчас пойдем покажу вам индоутят. А, нет, давайте еще покажу гусынь. Вот, смотрите, как я и говорил, вот в этом углу неслась вот эта большая гусынька. Она снесла 6 яиц. Я их не трогал, я и кинул туда сено раз, потом второй раз кинул сено. И она смастерила себе гнездо. И, в общем, сидит на 6 яйцах уже дней 5. Нужно еще дня 2 подождать и проверить, есть ли там зародыш или нет. И с того двора принес вот петуха галашейного. Он уже побился с петухом с этого двора. Вон такой гребешок уже весь побитый. Ну, без этого никуда. Ее вот сидят, сторожат 4 селезня. Здесь вот индоуточка тоже сидит. И вот в моем любимом вот этом углу тоже сидит индоуточка. В прошлом году здесь сидели 2, в этом году сидит 1. Слава богу, что вторая к ней не полезла. Ну, а сейчас покажу вам вторую гусыньку. У нее 5 яиц. Она отжала гнездо у утки черной и сидит. То есть утка черная уже не сидит. У этой гусыньки 5 яиц. Да, 5 вроде. И я их просвечивал с зародышем всего 1. Вот не знаю, почему так. Ну, может, потому что еще не видно было. Последнее яйцо она снесла 4 дня назад, когда отжала гнездо. Может, ну, а я проверял позавчера, может, еще будет. И просили еще показать вот в этом углу уточку. То есть здесь утка выводила примерно 3 недели 4 назад. И вот она уже сразу начала нестись. И вот уже скоро сядет, уже греет яйцо. Заглянем к малышам. Все 7 штучек тьфу-тьфу живы. Да? У этой все хорошие пузатики. 8 штучек пушистые уже. Но мы когда-нибудь дойдем с вами до индоуток или нет? Давайте еще посмотрим вот на беленьких. Вот такие малыши красивые. Вот они 6 штучек тоже все возле дверки. Здесь свежий воздух, вон нарвал им опять молочая. Зернышки стоят. Ну, очень жарко. И вот пузатики маленькие. Вот такие хорошие. В общем, травы уже пообъедались, не хотят. Водичка стоит. Еще спрашивали, как там поживает строкач. А вот, а 2 самца теперь гуся ходят сами. Гусыньки обе сидят. Они как-то, один гусь ходил с одной гусыней, а второй с другой. У строкача я уже не чистил очень давно. Он зерно рассыпает, потом выливает воду. В общем, сажает себе растения там и потом их съедает. Да, малыш? Вот у него такая пшеничка растет. Ой, ячмень растет. Как твои дела, строкач? Скучно тебе? Ну ничего, скоро девочки от Степана вырастут и будем покрывать их тобой. Понял? То есть будут у тебя еще невесты. Вот так. Про индоуток. Индоуток у меня сидит очень много. Я уже показывал их и рассказывал про них. И у меня одновременно сейчас сидит около 20 штук. И, как вы помните, всегда яйца перекладывают одной другой, потому что утки подносят. То есть получается, с зародышами
зародыши с разными сроками развития, поэтому те, которые вывелись, вывелись, те, которые не вывелись, переложил под другую утку, и так продолжается все лето. То есть вывод у меня происходит почти каждый день, то есть 2, 3, 4, 5 утят я забираю каждый день, а в основном вот такие выводы, которые, ну то есть полные, вот утка нанесла, села, происходят немножко реже, где-то раз в неделю. Вот как раз сегодня такой день, под одной уточкой почти вывелись все утята. И мы на них сейчас посмотрим. Вот здесь сидела уточка, которая вывела тоже около 2 недель назад. И здесь начала нестись вторая, ну то есть другая уточка. И скорее всего молоденькая, потому что яйцо очень меленькое. Прям манюсенькое. Вот даже сравнять с куриным. Хотя утиное яйцо должно быть больше. А сейчас вот куриное больше, чем утиное. Ну, ничего, молодые уточки всегда несут мелкие яйца. Ну, а сейчас разговор у нас идет вот об этой девчонке, которая вывела неизвестно сколько. Знаю, что их много, потому что у нее было 21 яйцо. Еще есть 3, 4, 5. 5 яиц, которые не вывелись. Вот одно придавило. Нужно ему помочь. В общем, уже ему не поможешь. Да. Раздавило яйцо. В общем, осталось 3 яйца. Вот такой, 4 яйца. И они живые. Ну, в общем, вывод, когда закончится, я тогда заберу их и посажу в брудер. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.